Мужик празднует день рождения со своими друзьями, наливает стакан водки, начинает пить, пьет половину и умирает. Попадает на тот свет, его встречает Господь. Он говорит: «Господи, у меня сегодня день рождения, верни меня назад, дай хоть водку допью». Господи говорит: «Хорошо, я тебе верну назад, но только не в образе человека». Он говорит: «Да хоть как». Ну тут раз, мужик появляется в той же комнате, на потолке, превратившись в паука. Такой смотрит, под ним стакан. Думает: «Блин, как же мне до него добраться?» Тут понимает, что он паук, что он паутину может плести. Начинает тужиться, такой тужится. У него из задницы как бы паутина. Выползает, и он опускается к стаканчику. Тужится, все ближе к стакану. Тут уже остается буквально вот 10 сантиметров. Он уже тужится, уже все не может. Уже все, со всей силы. Тужится, ему раз по спине ему хлопает, говорит: «Серега, просыпайся, ты обосрался!»